очень одета. Вам так плохо видно. Просто я сидела, стояла. Вот. Решила перерисовкой. Стояла на немного поболтать. К вашим лишке. Сегодня, кстати, день рождения у моей Александры Коневской любимой. Можете все ее поздравить, найти у меня в друзьях Александра Коневская и поздравить ее с днем рождения. Ей сегодня 25 лет. Вот так. И мы будем сегодня отмечать ее день рождения. Вот такие дела. Наконец-то я накрасилась. В какой-то вид я вам вижу трансляцию. Не сработала, замучена. Хотя я мега замучена. Работаю, и вид у меня не будет. Молчу пару дней, наверное, уже вы мне паникуете. Ничего не паникуйте. Сейчас выложу что-нибудь после эфира, надеюсь. Мне 16 лет вообще-то, Тигромурик. Какие 18? Ты рехнулся? Со счета сбился. Мне ровно 16 лет. Вот так. Александр Федоров, привет. Все вновь присоединившиеся. Привет. Александр Романов, тоже привет. Всем-всем привет. Всем хорошего дня и хорошего субботнего вечера. Такие дела. Там сотрется помада. Так, не надо. Ну, как вам свой наряд показать, чтобы вы это... Мое платье, которым я сегодня пойду всех раздражать. Сейчас. Сучку. Всех раздражать. Как вам? Платье. Всегда супер. Я пойду вот так гулять. Я помню. Вот так я сегодня делаю хорошее. Как вам мое платье, нравится или нет? Пишите в комментариях. А я, короче, сейчас присяду, потому что как бы все-таки надо мне посидеть перед полочкой. Куда вы еще? Привет, привет всем. Ну, еще один. Мне на этой неделе. Вот. И пошел от. Он написал, он я. Что мешает, Павел? Я, кстати, знаете, думала, покупать мне его или нет. Буду ли я в нем куда-то ходить?
как хожу, знаете, еще как все пишу, еще больше, чем голая. Так. Все. На ногах закончен спектакль. Я теперь присяду поговорить с вами. Научи какие-нибудь. Может, какие-нибудь необычные, кстати. Это я все время вам говорю, что можете мне что-нибудь задать. У меня, видите, резиночка, чтобы никуда не пропала. Вот. Ну что, давайте. Кстати, в одном из этих платьев есть ролик, где я снялась в розовом штыре. Или панталоны, вернее. Панталоны. Какая-то там есть. Интересно, на съемках. Все должны сорваться с дивана и рвануть. Все сорвались с дивана, рвануть. Я сижу и смотрю. Всех и думаю, идиоты, куда убежали? Я сижу, а съемка идет. И все ржали надо мной, что я такая тупица. Да я не поняла, что от меня требовали вообще. Я вообще не особо одаренная в плане внимательности. О, расскажи мне что-нибудь. Фатеев уже. Нет, он написал. Я надеюсь, что твоя никогда не ничего ВКонтакте. Вообще, я тебе подсказку. Да нет, блокировать нет. Блокированных тоже можно увидеть, кто заблокирован. Чтобы она, не дай бог, наткнулась на эфир. Я еще назвала твое имя и фамилию. Господи. Надеюсь, я... что никто ей этот эфир не скинет. Ну, хорошо, давай мы сделаем вид, что ты пошутил. Ты ждешь. Хотя твоих одних видно. Сейчас же коммент так, типа, не оставляет. Ты можешь сказать просто, что милиц такой. Смешное существо, я прям хочется смеяться просто. Ну, оригинально, оригинально. Ну, вы молчите. Давайте что-нибудь расскажите. Что-нибудь веселое. Что-нибудь такое, от чего бы я смеялась. Давайте анекдот. Еще какое-нибудь интересное. Ой, как же я устала. Ну, только сегодня днем поработала, там вторую половинку немножко полежала, в кроватке отдохнула, но все равно, знаете, тяжеловато. Аслан пишет, что настоящая русская орхидея. Вот так. Правда, Павел, она у тебя понимает чувство юмора, что ли? Или ты намерен уже это... Я даже смешно. Или ты уже не боишься, если такая дама, как я, тебе ответит взаимно? Я смотрю, вы все такие смелые вообще, особенно в инете. Очарован. Спасибо, Аслан. Я тоже приятно. Комплимент. А волосы настоящий водопад огня. Да. Такой огонь не потушить. Я думала, что у меня, короче, это, как это сказать? Я думала, что у меня оказалось вот здесь. Это, оказывается, цвет дает.
Ну что, друзья, как проходит ваш субботний вечер? Понятно, что Павел сейчас один сидит и слушает мой эфир. Вот. Ну а вы? Или ты в наушниках, Павел? Слушаешь мой эфир? Опасная женщина я, короче. Особенно для всех женщин, не для мужчин, как я поняла. Давайте, пишите что-нибудь. Поржём. У меня еще есть полчаса, чтобы с вами поугарать. Больше. Короче, посмотрим установочки. Может быть, сразу. На краю утеса любовался. О боже, Клан, ты так оригинальна. Ставила себя на краю утеса. Надеюсь, что вы бы меня не столкнули. В шоке от моей красоты. Потому что я знаю, что есть люди, которые бы не выдержали.